Патриарх Московский, всея Руси Кирилл вместе с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием освятят воссозданный Спасо-Преображенский собор. Он был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Тверским и первым тверским епископом Симеоном. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе прошла первая божественная литургия.